Аллахом верам и прошлым. Есть какие-то данные об украинцах или о гражданах Украины, которые после 24 февраля приехали в Армению, числа? Цифры у нас немножко идет разброс. Официально мы получили информацию о том, что порядка 2000 граждан прибыли в Украину, до 75, ну цифры меняются, это мои последние данные, попросили статус беженца в Армении. Скажем так, подавляющее большинство прибывших граждан Украины – это этнические армяне, которые самостоятельно здесь решают все вопросы, мы только с документами помогаем. Другим мы стараемся в меру возможностей и наших сил оказывать помощь через украинскую общину Армении, есть инициативные группы, есть интернет-ресурсы по поиску жилья. Стараемся и с работой помочь.